торжественном молчании застыл воинский строй. На центральной трибуне руководители партии и правительства республики во главе с членом Политбюро ЦК КПСС, первым секретарем ЦК Компартии Казахстана, товарищем Динмухамедом Ахмедовичем Кунаевым. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас! 67-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции! Советские воины. Они воспитаны в духе беспредельной преданности коммунистической партии, социалистической родине, своему народу, верны революционным и боевым традициям героев гражданской и Великой Отечественной войн. Высокая боевая выучка, умение действовать в сложных условиях отличают лучшие подразделения краснознаменных среднеазиатского и восточного пограничного округов. В парадных расчетах отличники боевой и политической подготовки. Праздник октября они встретили новыми успехами в социалистическом соревновании. Девиз соревнования экипажей грозных боевых машин – быть начеку, надежно защищать завоевание социализма. Доблестные вооруженные силы страны Советов готовы в любую минуту с честью выполнить свой патриотический и интернациональный долг. Надежно стоят на страже мирного, созидательного труда советского народа.